Салатик приготовим из авокадо, из креветок. Сначала, значит, я возьму лучок и возьму лимон. У меня огрызок есть лимона, я из него выдавлю лимоновый сок. Если у вас есть лайм, возьмите лайм, будет неплохо. Соответственно, зеленую часть лучка я порезаю на некие перышки. Вот так, немного. Мне достаточно будет. Сложу в какую-то мисочку и капну лимоновым соком, чтобы лучок подмариновался. Пусть он у вас стоит, пока мы тут танцы с бубном делаем какие-то. Креветки у меня есть и авокадо. И вот надо, чтобы примерно пополам на пополам, может быть, было. С авокадо надо почистить, порезать. Авокадо у меня прям переспел. Надо было пораньше юзать его. Но что есть, то есть. Чтоб легче было, я вот на дольке порежу его и кожицу сниму. Ну вот какое-то количество авокадо я взял, и я его нарежу. На некие ломтики. Соответственно, бросаю сразу в салатник и поливаю оливковым маслицем и, соответственно, соком лимона. Сразу, чтобы обволокло авокадо маслицем и лимоном, тогда он не будет чернеть. То есть, несмотря на то, что авокадо очень жирный продукт, все равно добавляем оливкового масла первого отжима холодного. Будет вкуснее, поверьте. Хорошо. Сюда же бросаю каперсы. Креветки. Вот тут уместно брать чищенные маленькие салатные креветки, так скажем. Если у вас креветки большие сильно, ну, тогда как-то напополам их вот так вот стоит разрезать, наверное. Чтобы они были немного мельче. Креветки у меня варено-мороженые. Соответственно, я их в кипяток бросил на минутку с добавлением соли. Они у меня разморозились, и все, они готовы. Ну, я их охладил. Не надо их горячими в салат бросать. Креветки в салат идут. Смотрим. Вот видите, и креветок по количеству нормально, и авокадо нормально. Я возьму перец болгарский. Я его в духовке при максимальной температуре под грилем запек до черноты. Потом накрыл крышечкой вот так. Он у меня постоял. Сейчас он уже остыл. И то, что он постоял под крышечкой, я теперь могу эту кожицу, видите, как легко снять. Вот он, как приятно чистится. Соответственно, внутренности все удаляю. Они нам не нужны. Я сам перчик нарежу на такие же ломтики, собственно, как авокадо и как креветка. Плюс-минус километр. И если вы думаете, что я это сейчас брошу все в салат, то вы будете правы. Я это действительно брошу в салат. Перемешиваем. Пробуем на соль, на сахар, на святую воду. Понимаем, что соли тут нету. Добавляем ее. Добавляем чуть-чуть черного перца. Скорректируем по кислотности, по вкусу. Я еще хочу лимонного сока дать. Соответственно, салатник. Все это счастье перекладываем в салатник. Ой, быстро поднятая креветка не считается упавшей. И посыпаем лучком нашим подмаринованным.
В общем-то, все готово. Остается попробовать только. Супер! Супер! Это очень вкусный салат. Я вам его рекомендую. Делается, ну, вы видели, да, как долго. Обалденный. Готовьте с удовольствием, друзья. Пусть это будет вкусно и красиво. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. И да пребудут с вами кулинарные боги. Все, пока.